Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем готовить очень вкусный пирог. Песочный с ревенью. Сейчас как раз начался сезон ревеня, так что почему бы нам его не использовать? Это очень вкусно, так что давайте приступим к выпеканию пирога. Для приготовления пирога понадобится 2 стакана муки, 150 грамм сметаны, треть стакана сахарной пудры, полстакана сахара, 2 яйца, 200 грамм маргарина, ревень. Вот наш ревень, вот такие вот стебли. Ревень я покупала на рынке, у нас его очень часто продают, может у кого на дачах есть. Это такое вот у нас в Украине очень популярное растение. Для начинки подходит изумительно. Но если нет ревеня, берите яблочко или какие другие фрукты. Ревень необходимо очистить. Вот такая тут небольшая шкурочка. Вот ее надо очистить. Ревеня необходимо взять столько, чтобы в порезанном виде он мог покрыть одним слоем пирог. Ревень почистила, теперь его надо порезать на кусочки. Это толстый сильно. И пополам разрежу. 1,5-2 сантиметра. Вот такие кусочки. Из муки и маргарина необходимо сделать крошку. Здесь у меня мука просеянная, 2 стакана. И натираю на терке маргарин. Обмакиваю все время в муку и натираю на терку. Добавляю в перетертый маргарин еще 1/3 стакана сахарной пудры. А соли не забываем. Щепотка. И все это перетираем в крошку. Мисочку взяла побольше и перетираю. Полученной крошкой вот такая. Выстилаю дно. И бортики небольшие делаю. Крошку не приминать, вот так, как она есть. Так, уложила я крошку, теперь выкладываю ревень слоем одним. Посыпаем немного сахаром. Он все-таки кислый совсем. И в духовку, минут на 5-7 в горячую духовку, чтобы схватилась крошка. Как-то она затвердела немного. Пока пирог в духовке, сделаем залив. Сахар. Разболтаем просто. К яйцам добавим 150 грамм сметаны. Размешаем. Достала я пирог из духовки. Вот борта как вроде немного схватились, заливаем нашей заливкой. Распределяем равномерно. И в духовку 180-190 градусов 35-40 минут, чтоб верх красиво зарумянился. Пирог 45 минут у меня провел в духовке, вытянуло, зарумянился. И теперь он должен полностью остыть. И тогда будем вынимать из формы. Эта заливка должна схватиться, плотной стать. В общем, подождем, чтобы пирог охладился. Пирог осторожно вынимаем из формы, чтобы просто не разломать песочный корж. Ну вот, смотрите. Низ прекрасный, заливочка. Осталось попробовать пирожок. Возьмем с центра, вот с заливочкой. Очень вкусно, как торт, впечатление. Эта заливка не твердая, но держится все хорошо. Очень вкусно, рекомендую. Готовьте со мной, кушайте. Приятного всем аппетита. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Смотрите мои видео и до новых встреч на моем канале. Еще что хочу сказать по поводу пирога. Низ песочный, рассыпчатый,
прекрасный. Держится все вместе. Вот мы засыпали крошку, но получился отличный пирог. Форма у меня была, диаметр 22 сантиметра. Как я укладывала крошку, я посчитала, вроде как маловатая форма. У меня 26 есть и 22. Думаю, 24 было бы нормально. Нет, видите, крошка уплотнилась, песочное тесто, заливочка, все, все нормально, 22 сантиметра. Очень хороший пирог, я вам говорю, на праздничном столе, вот летом сейчас, торт 100% заменит. Очень вкусно, рекомендую.